Контролировать деятельность полиции необходимо, уверен член общественного совета при УМВД России по Одинцовскому округу Александр Ворошило. В ходе проверки Барвихинского отдела полиции убедился, здесь работают настоящие стражи правопорядка. Присоединяюсь словами Игоря Ивановича, вам благодарность за вашу службу, потому что вы работаете с людьми. И мы надеемся только на вас. Общественник пообщался с сотрудниками, проверил организацию работы дежурной части, подразделения участковых уполномоченных, патрульно-постовой службы. Уделил внимание технической оснащенности и хранению документации. Отдельно подчеркнул, что эффективность работы отдела во многом зависит от взаимоотношений в коллективе. Барвихинский отдел оставил положительное впечатление. Приветливые лица, доброжелательные, вежливые. А я себе думаю, как член общественного совета, вот как здорово, и жалоб нету. Вот такие они с населением, с гражданами, с нашими. И паспортный стол, и все участковые, все. Мы заходим, человек пришел со своими проблемами. Ведь он же не случайно идет в полицию со своими проблемами. Работа Барвихинского отдела полиции организована на высоком уровне, заключил Александр Ворошило. Жители могут быть спокойны. За порядком следят профессионалы. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».